Ой, не падай, не падай. А мне от того, что нечего делать, я придумал новую рубрику, которая называется «Стиль имеется», в которой я буду говорить о всяких недооцененных, может быть, на мой взгляд, деятелях поп-культуры, о которых вы, может быть, слышали, может быть, нет. Мне все равно. Я решил записать два видео на тему того, кто вообще придумал лоу-фай музыку. Вот эту, знаете, девочку, которая что-то там пишет, вот эти уроки свои. Сегодня мы поговорим о... Телефон, блядь. Сегодня мы поговорим о Джей Диле. В следующем ролике мы поговорим о Нуджабисе. Нуджабесе, я не знаю, как правильно. Так что... Приятного просмотра, я не знаю, чуть тень, блядь, падает. Раздача стиля, так сказать, бесплатная. На ваших экранах происходит. Сперва определимся, что вообще такое лоу-фай. Лоу-фай — направление в музыке, для которого характерно низкое качество звука, при котором элементы, обычно рассматриваемые как недостатки в контексте записи или исполнения, присутствуют иногда как преднамеренный выбор. Понятно. Определение из Википедии, которое целиком и полностью описывает концепцию лоу-фай. Порть звук красиво. Включив абсолютно любой лоу-фай трек, ты услышишь белый шум, шум винила, плохое качество записи на микрофоне, намеренное срезание частот, намеренное ужатие панорамирования, и все это есть лоу-фай. Также вам надо понимать, что сегодня будем говорить о лоу-фае в современном его представлении, то есть хип-хоп, beats to relax, to study, потому что если душнить, уходить там к корням жанра, то это 70-е, 80-е годы, когда у гаражных рок-групп просто бабок не было, и они звучали плохо, так что если сильно притягивать за уши, то и нирвана лоу-фай. Но мы-то же так с вами не говорим в обычной жизни, поэтому вы меня поняли. Расслабленные, нежные хип-хоп биточки. С жанром разобрались, теперь к Джей Диле. Типа ретро, типа ёлк, ты хотел сказать? На этом, кстати, сзади картины красивые. Если вдруг кто-то из 20 людей, посмотревших это видео, захочет их купить, можете написать женщине. Она их продаст вам за очень много денег, потому что она крутой художник. Нихуя себе. Настоящее имя Джеймс Дьюит Йенси. Родился 7 февраля 1974 года в Детройте. И никого не ебет, где он родился. Давайте поговорим о самом важном. О музыке. Если кратко, для незнающих, то Джей Дила был очень крутым знаковым битмейкером. В конце 20-го, начале 21 века работал с такими ребятами, как Д'Анджело, Баста Раймс, Эрика Баду. Вдруг вам, зумерам, это о чем-то говорит. Дилы вдохновлялись и продолжают вдохновляться многие-многие современные исполнители, если не все вообще. Всякие там Канивесты, это ваша тут, я не лень гуглить список, вот тут что-то будет выведено, увидите, посмотрите. Дела. Джей Дела. Дела. Myself. Jay Dilla. It was produced by JD. Один из главных принципов, который... Один из главных принципов, которого придерживался Дилла в написании музыки, нахуй сетку. Сейчас объясню. Смотри, мой 12-летний любитель FL Studio, ты когда пишешь трэп-биточки, у тебя драмка вот так вот выглядит, да? Вот так. И по сеточке ровно квантизация, все дела. Дилла же пытался оживить музыку, набивая на драм-машине ваншоты ручками. И поэтому они немного сдвигались от сетки. И вот именно этот слом, какая-то вот эта неправильность в ритмике заставляет тебя еще больше качаться, двигать головой туда-сюда. Это круто, это классно. Естественно, Дилла не изобрел сдвиг ударных и вряд ли был первым электронным музыкантом, который это использовал. Он просто имитировал живую игру. В то время повсеместно все просто пользовались квантизацией и... Ровно по сетке у нас тут кик снейр вот так вот сыграет. У него все было более живое, и он просто сильно популяризировал этот прием и привел его, привел в массы. Я ебу, блядь. I had to get out of the car and run back in the club to make sure I didn't hear what I hit. I was like, are you allowed to do that? So it's like... And I was like, what the hell is that? So the next day in Atlanta, I'm asking him, I'm like, yo, what was that drunken song that y'all were playing? Like, what was that? Like, he's like, oh yeah, it's bullshit. You know, it's produced by JD. Цитата. Джей Дилла сделал непрофессионализм частью своей харизмы. Его неровные секции создавали новый свинг, отличавшийся от другого хип-хопа середины 90-х. Same.
Ты можешь вспомнить абсолютно любой современный лоу-фай трек, и я даю слово, что с вероятностью 90% там драмка будет чуть сдвинута с сетки. Да блин, даже джингл, который я для этого видоса написал, там драмка звучит вот так. Не по сетке. То есть понимаете, к чему я, да? В то время, пока другие электронные музыканты просто выравнивали ваншоты по сетке, Дилла уже придерживался концепции будущего жанра, даже не подозревая об этом. Портить звук красиво, сдвинуть звук сетки, чтобы он звучал неправильно, по сути, но при этом это же стиль. Я вообще хотел еще тут в ролике про Adult Swim рассказать, но пока писал сценарий, я, можно, потенциально выпустил полноценный видос про это, так что зачем мне тратить время на то, что потратили уже другие люди. Если интересно, идите гляньте, посмотрите после просмотра моего видео. Но если кратко, то на канале Adult Swim, на котором показывали мультики, не супер детские, в перебивочках звучала музыка многих крутых музыкантов современных, в том числе и Джей Диллы. Что у подрастающего поколения, подростков, которые смотрели все это, формировало вкус, который в будущем перельется в лоу-фай. Ничего, вот это человек стиля раздал. Я вообще на протяжении ролика ничего не говорил про дискографию Диллы, потому что все равно это нахер не надо, вы не будете все слушать из его альбомов, посмотрите видосы, пойдете дальше по делам. Но вы можете заценить один альбом, очень знаковый альбом, очень важный альбом для всей рэп-индустрии. Я освободил все место в ролике, чтобы просто рассказать про одну самую значимую, самую интересную, на мой взгляд, пластинку Диллы — «Donuts». «Donuts» — это его последний альбом, не считая посмертных. У Диллы было редкое заболевание, название которого я даже произносить не буду пытаться. Вот тут вот написано будет очень красивым шрифтом, 3D-шным из Paint'а, надеюсь. Ему в середине нулевых поставили диагноз. Он уже очень сильно болел, не мог нормально ухаживать за собой. Он уже все время проводил в больнице, лежал в ней. И друзья принесли ему в больницу драм-машину, все оборудование и 29 треков из 31 на альбоме он написал в больнице. Больной, вообще не могущий ничего делать, но он продолжал писать музыку. 7 февраля 2006 года он выпускает альбом «Donuts», исключительно его, чисто битмейкерский, без всяких там вот этих фитов, там Kyangel, Nine Mice, не надо, это все. Чисто Джей Дилла, только его музыка и никаких рэперов. И сразу через 3 дня после выпуска пластинки он умирает. В целом, пластинка стала для него вызовом, потому что он хотел написать полноценный рэп-альбом без рэперов. Он решил, что фокус не надо мне на лицо направлять, в целом на камере и так нормально смотрится, да, я тоже так считаю. Он решил, что хочет написать полный альбом, состоящий только из битов, и чтобы он звучал полноценно. То есть ни на одном треке на «Donuts» ты не услышишь парта поверх записанного, там вообще нет вокала, не считая сэмплов, которые он цеплировал. Но все равно звучит круто и полноценно. И мало вообще, что может конкурировать с «Donuts» по влиянию на хип-хоп-культуру, и в частности на лоу-фай, блядь, научись говорить. Но вы спросите меня. Вы спросите меня, почему? А я вам расскажу. Ты скажешь, слушай, я вообще не ебу, что нам повлиял, не повлиял. Я «Donuts» никогда не слышал. Значит, альбом хуйня полная, ничего не значит в индустрии. Ты ошибаешься. Я слышал «Donuts». И ты слышал «Donuts». И каждый человек в мире, хотя бы немного увлекающийся хип-хопом, слышал «Donuts». Возможно, не сам альбом, но его влияние и отголоски в сотнях, если не тысячах других хип-хоп-композиций. Если говорить о моих впечатлениях от прослушивания «Donuts» исключительно с точки зрения обычного среднестатистического мьюзик-энджойера, то, блин, мне хочется сравнить с моим первым просмотром «Побега из Шоушенка». Я знаю, что звучит бредово, это так и есть, но «Побег из Шоушенка» я впервые посмотрел пару лет назад, и это, конечно, общепризнанно отличный фильм, очень хороший, это классика. Но во время просмотра появляется ощущение предсказуемости и вторичности даже, что ли. То есть многие режиссеры берут из классических фильмов по типу «Побега из Шоушенка» всякие приемы, там всякие сценарные ходы, вдохновляются ими. И поэтому, когда ты смотришь современный кинематограф,
а потом возвращаешься к классике, у тебя возникает такое ощущение, как будто ты это уже где-то видел. Если ты смотришь современное кино, Марвел, вот это вот все, ну, вы поняли, ну, типа, ну, я пародирую зумеров, я дебил, кстати. И поэтому такой классический фильм при первом просмотре не так сильно впечатляет, хоть он и не становится хуже от этого. Это, ну, типа, все равно, что сначала поиграть в Lies of P, а потом в Souls. Это все равно, что сначала OG Voodoo послушать, а потом Ita. Я надеюсь, вы поняли, о каком чувстве я говорю. И то же самое с Donuts. Музыка отличная, и она была передовой для своего времени. Но сейчас она звучит уже немного не так клево, что ли? Потому что потерян эффект неожиданности. Но ведь похожие идеи сегодня ты слышишь вообще повсеместно. Но вот что не потеряно, так это ощущение неправильности, и это очень прикольно. То есть я такого не ощущал ни при прослушивании ни одного альбома прежде. Когда включаешь Donuts, у тебя такое ощущение, как будто ты проказничаешь. Я не знаю, как еще это чувство описать. Ты слушаешь неправильную музыку. Она звучит как-то по-другому, но тебе нравится. Ты как будто совершаешь какую-то детскую шалость, которая тебе приносит неимоверное удовольствие. Песни начинаются не так, как нужно, заканчиваются не так, как нужно, все слишком резко, дергано, как-то все, я не знаю, как еще это объяснить. Опять же, вот эти ломаные ритмы, все какое-то просто вот такое порубленное, обрубленное, то есть такое ощущение создается, что альбом это просто один большой детский прикол. И это не только мое мнение. То есть я сначала написал этот кусок сценария, а потом нашел следующую цитату. Главная заслуга Диллы в том, что он добавил элемент ошибки в музыку, которая до этого старалась ошибок избегать. И это справедливо. Его драм-линия звучала так, как будто ее наиграл 5-летний пьяный ребенок, вспоминал трек Диллы Quest Love из The Roots. Если переслушать Donuts, в нем найдется очень много дурачества, такого, какое обычно проделывают дети, дорвавшиеся до музыкального инструмента. Хип-хоп-продюсеры старались сглаживать углы, делать треки нарочно приглаженными. Дио, наоборот, находил свой грув в неровностях и несостыковках. Опять же, вспоминаем концепцию лоу-фая. Порть звук красиво. И чем ваш Джей Дилла не лоу-фай, спрашивается. Но если говорить о моих впечатлениях от прослушивания альбома с точки зрения человека, пьющего инструменталы, я восхищен. То есть даже абсолютной норме с музыки, который ничего не понимает, послушав Donuts, осознает, насколько титаническая работа была проделана, особенно с точки зрения сэмплирования. Но когда ты хотя бы немного шаришь и можешь в своей голове деконструировать треки, это восхищает еще сильнее. И ты начинаешь понимать, почему так много современных артистов отдают дань уважения Дилле. Ну, типа йоу, типа ретро. You know, we got to make music, and we think like if Dilla was alive, would he like this? Like I have to work on behalf of Dilla. You know, there's something about it, and he was able to bring it all the way to life through producing, not just making a beat, but producing a song that made people feel good everywhere. One thing about people who are ahead of their time, they don't even know they're ahead of their time. They just playing the game. That's just one of my favorite producers of all time. He just had a crazy sound. That's like when I think of like hip-hop beats, it's probably him. Wild East. Да, я в каждом видео на этом канале буду упоминать Салуки. Я это сделал своей священной миссией в жизни. Лучший русский альбом в хип-хопе 2023 года. Если вспоминать, как звучат треки на альбоме, то видно, как Салуки собирал их по кусочкам. Он их так конструировал, как коллаж. Вот это Плендерфоника, все эти дела. Там умный дядя с Broken Dance про это видео писал, сами знаете. Но кто еще собирал свои композиции как коллажи до Салуки? Правильно, Джей Дилла. И это еще одна вещь, которую он привнес в музыку. Когда я слушал Donuts, то прямо слышал, какие треки квадратные, блочные, так знаете, созданные из сэмплов, как из кирпичиков и похожих принципов сэмплирования. Лоу-фай музыка придерживается до сих пор. Резюмируя все уже сказанное, понятно, что основная магия в музыке Дилла состояла просто в том, что он много работал и не боялся ошибаться. Не то, что не боялся, даже допускал ошибки нарочно. Именно этого не хватало в тоннах биттейпов, которые после Donuts начали выходить как грибы после дождя. Рецепт успеха — купить себе АК и наколотить пару десятков коротких треков — был слишком прост. Однако слушать подавляющее большинство этих записей невозможно, в силу их стерильности. Допускать в свою музыку ошибки последователи Диллы не хотели, да и, видимо, не умели. Скоро видео про Нуджабиса, не забывайте подписываться, там лайки снизу, комментарии пишите, если вам было интересно, если вам было неинтересно, пишите свой хейт, мне от этого просмотров накапает. Все, всем пока. Телефон.